Киоск, который специалисты выбрали для проверки, расположен в 189-м квартале. Две школьницы подходят и беспрепятственно покупают банку пива и пачку сигарет. Следующим клиентом уже становится инспектор. Только что передавали продукцию несовершеннолетним. Не спросив у них, не уточнив даже возраст. Скройте нам киоск. Начинается процедура изъятия алкогольной продукции. Инспектор составляет протокол, предпринимателю нужно будет явиться на комиссию для вынесения решения. Продавец, отпустивший подросткам сигареты и пиво, пытается объяснить свой поступок. Скажите, а как вы можете объяснить поступок свой? Почему не спросили у детей возраст? Девушка, считались, когда начали считаться, и что-то совсем вот самое. Забыли за то посмотреть, что там мужчина или девочка. Не обратили внимания? Да. Просто видите, что мы считаемся, и поэтому так получилось. Больше такого не повторится. Скорее всего, свое обещание продавец Ольга Николаевна не сдержит. По словам инспекторов, жалобы на этот киоск в комиссию поступают регулярно. Ну, конкретно данный киоск проверялся в прошлом месяце. Здесь был выявлен факт продажи несовершеннолетнему лицу. Однако сегодня решили проверить повторно, и опять выявился факт продажи. Вообще проверки проводятся ежемесячно совместно с сотрудниками УВД. По поступившим жалобам в комиссию, конкретно на этот киоск неоднократно поступали жалобы, что продают несовершеннолетним спиртные напитки. Ну, раз в месяц проводим проверки. Проверки регулярные, нарушения, к сожалению, тоже. Штрафы в 40 тысяч рублей не останавливают продавцов, сокрушаются инспекторы. В случае с этим киоском помогут только крайние меры – лишение лицензии и запрет на торговлю. Администрация Ангарского городского округа имеет право расторгнуть договор с предпринимателем.